Добрый день, меня зовут Павел Ильницкий. Сегодня мы будем делать картину из стабилизированного мха, зелени и декоративных материалов. Сейчас нам нужно будет выложить примерный эскиз, как мы хотим сделать композицию, а потом ее приклеить. Собственно, выкладываем. Ну, собираем примерную мозаику того, что мы хотим сделать. Смотрим, как оно будет смотреться. Группируем коробочки лотоса, желательно в одном месте. Вот примерная картина готова. Осталось теперь нам только это все приклеить. Также мы можем делать не только панно вот такое, это классический вариант для офиса, но также оно будет смотреться в интерьере под ваш дизайн в квартире, возможно, почему нет. Также можно делать такие картинки небольшие в офис там и домой для своих любимых и близких. С помощью термопистолета приклеиваем те детали, которые мы выставили, собственно. Начнем с больших кусков мха. Если кусок слишком большой мха, лучше его разрезать, чтобы клей не засох, пока вы не приклеите его, чтобы он потом не отвалился. Все, наша картина готова. До новых встреч!